Всем привет! Наш оренбургский рукодельный марафон продолжается. И сегодня у нас мастер-класс по бисероплетению. Браслетик, да, сейчас я все подробно покажу. Наша оренбургская мастерица Галина Паршина показывает нам свои изделия из бисера. Будет небольшой такой вводный мастер-класс, и у Галины даже есть свой канал на YouTube. Галина, здравствуйте! Здравствуйте! А как называется ваш канал, скажите для наших зрителей? Канал называется «Бисерная музыка», или можно найти Галина Паршина. Девочки, я ссылку оставлю под видео. У нас сегодня, не знаю, получится подробный мастер-класс или нет, но у Галины есть подробные 4 мастер-класса. Там более сложные, а сегодня мы попробуем сделать такую простенькую работу. Вот такой вот браслетик сегодня мы будем делать. Как раз основы бисероплетения сегодня с вами освоим. Мой канал хоть и называется «Вышивка плюс», но поскольку я организатор рукодельного марафона, каждые субботы и воскресенье проходят мастер-классы по адресу Пролетарская, 4, в галерее «Куклы». Всех желающих приглашаем. У меня в Инстаграм, ВКонтакте есть анонсы о следующих мероприятиях. Следите за анонсами. Вот посмотрите, какую красоту делает Галина. На первый взгляд даже непонятно, что это сделано, сплетено из бисера. Ну, девочки, посмотрите. Это гердан. Как называется правильно? Гердан. Гердан? Да. Как галстук, да, такой? Да. Девочки, смотрите, какая красота. Как здорово. Ну, это по схеме, да, плетется там схема? Как вот мы вышиваем по схеме, это наверное? Это станочное качество. Есть специальное приспособление. Ну, можно, в принципе, ручным способом сделать. Но у меня есть станок. Вот. То есть для бисероплетения тоже используются станки, да? Ну, небольшое приспособление. Там такой, так называемый станок, на котором уток натягивается, как на обычном станке, а потом вышивается по схеме также. А вот это изделие, оно такое мягкое, как-то привычно, что плетется на мононити. А это на какой основе? Я не пользуюсь практически мононитью вообще. Я использую нитки обыкновенные, ну, армированные, которые попрочнее. Вот. И работаю в 2 нити. Ну, каждый мастер по-своему решает. Вот у меня так сложилось, что я все на нити делаю. Как бы она довольно прочная, и мягкие изделия получаются. Мне больше нравится нитка. Вот я когда-то давно пробовала плести на мононити, но я не люблю ей работать. И я забросила это занятие, потому что думала, что нитки не используют. А вот сейчас я очень заинтересовалась. Знаете, есть изделия, когда нужно сделать жесткими, обычно используются, ну вот в сережках, например, чтобы они держали форму. Здесь я использую леску. Обыкновенная рыболовная леска 0,2, 0,18, примерно так. Фактически все остальное. А, и вот здесь, вот в этом изделии еще, вот здесь, вот где нужна жесткость. Вот это вот оголало. Здесь тоже все леска используется, потому что нужно, чтобы жестко держала объем. Все остальное это нитка. Только нитка. Очень интересное вот это изделие такое, да, косынка. Такая приятная на ощупь. Здорово. Девочки, смотрите, как все аккуратненько. Ну, долгий процесс. За 2 часа, конечно, сложно какое-то изделие. Ну да. Как говорят, на ночь. Если игрушку, ночью надо делать, чтобы никто не мешал. Девочки, конечно, подробно у нас сегодня не получится вам показать, потому что плести полностью браслет – это долго. Но давайте начнем с основ. Что мы используем? Мы начали. Здесь в браслете используются бусинки, это 6 миллиметров. Ну и будет бисер у нас. Вот. Бисер используем чех номер 10. Сначала вот изготавливаем вот такую основу. И потом эту, вот с изнанки здесь хорошо видно. Сначала изготавливается вот такая основа. И потом это расшивается бисером. Как мы начинаем? Вот с чего? Вот смотрите, набираем 4 бусинки. Это бусины 6 миллиметров. Так.
И как бы замыкаем в круг. Там видно? Нет. Замыкаем в круг. Проходим. 1, 2, 3. Вот у нас получился вот такое звено. И мы теперь продолжаем такие же части доплетать. То есть набираем 3 бусинки. И как бы замыкаем следующее звено. Вот. К одной. Это у нас как бы из предыдущего к одной пришиваем эти 3. Прошли. То есть предыдущую тоже пропускаем. Она участвует вот у нас, эти звено. И пришили предыдущие и прошли 2. Вперед. Все это по ходу движения. То есть мы выходим каждый раз в этих 4 бусинках вот в торцевую бусину. Ну, вслед, чтобы дальше к ней, к ней, к ней, к ней. И повторим эту операцию. 3 бусинки набрали. Из звена последние к ней пришиваем. И 2 бусинки вперед проходим. Вот таким образом... Вот эти звёнышки как бы набираем. Ну, сильно затянуть не получится сразу, потому что у нас еще будет много работы по этим бусинам. Все это нормально. Главное, подтянули нитку и все. То есть одну и ту же операцию повторяем. 3 бусинки. Ну вот мы решили, что нам нужно будет 15 вот таких верхушечек. Да. 15 верхушек, это получается примерно где-то 16-17. Да. 1, 2, 3. И у меня 15. Черные насыпай, да? Решили, да, немножко там прошли. У вас уже сплетена. Да, да, точно такая же косичка. Вот эти будем оплетать. В общем, девочки, 15 фрагментов нужно из крупных бусин. Вот когда основа готова, нам ее нужно расшить. Сначала расшивается внешний край, потом внутренний. Сначала сейчас внешним краем. Набираем 8 бисерин. Вот мы вышли вот здесь. Вот. Да. Набираем 8 бисерин. Ага. Вот у нас фрагмент, да? 1, 2, 3, 4. Как бы верхнюю оборачиваем и в среднюю входим. Сейчас я покажу. Мы будем как бы по восьмеркой расшивать. Вот набрали 8 бисерин. Обогнули эту бисеринку, да? И в среднюю этого звена проходим. Теперь мы не возвращаемся сюда, а с этой стороны эту же операцию делаем. 8 набираем, не затягивая. Вот мы из одного конца вышли, эту бусинку обогнули и зашли в среднюю. Угу. Ну, противоположную. Так, вот сюда, значит, все поняла. Сюда вышли. Вообще, конечно, зависит от бисера. Если кажется, что мало, маленькие можно, есть бисеры, можно и 9 набрать, да, потому что от формы бисера все зависит. Ну вот как бы существует схема, а уже если будет бисер на более крупнее, значит и бисера надо больше набирать. Ну, примерно так. Я привыкла в чашечку насыпаю, из чашечки прям хоп-хоп, а это вот да? Неудобно мне, да. А есть липкие коврики автомобильные. Я для вышивки бисером использую их. Ну, наверное, для плетения все-таки лучше чашечку. Мне вот чашечку. Потому что здесь много надо набирать. Мы когда вышиваем по одной берем, а здесь вот по 8 штук лучше. Значит, одну часть, когда мы, вернее, вот эту змейку прошли до конца, повторяем это же самое движение уже как бы симметрично. Опять набираем 8 бисеринок. Опять. Ну, то есть то же самое движение, только теперь мы заполняем пустоты, которые остались при движении в одну сторону. Угу. Набрали 8 бисеринок. И проходим вот в средние бисеринки, в средние бусинки.
Так и так до конца браслетика. Вот это, девочки, будет браслетик готовый, а показываем мы на фрагменте. Вот готовый. Угу, такой вот, да, вот. Ну, теперь нам осталось что? Нам нужно расшить лицевую часть, вот эту. Вот эту лицевую часть браслета. Мы с вами вышли из бусинки, набираем 3 основного цвета. Одну я набираю, ну, как бы для красоты, другого цвета, чтобы контрастнее, или можно там. Значит, набрали 3 основного цвета, ну, дополнительную серединку, и, может быть, больше, крупнее или красивее какая-то бусинка, еще 3. И теперь нам нужно вот таким образом, смотрите, накрест. Угу. Вот, значит, мы вышли сверху, положили накрест, и теперь участвует вот здесь, и проходим вверх. Ага. Сейчас мы будем расшивать опять только одну половинку нашей расшивки. Когда пойдем обратно, будем вторую часть. Вот, чтобы было нагляднее, подогнали, куда зайти иголочкой. Вот, положили накрест и поднялись. Галь, не затягиваем, да? Не затягиваем, да? Ну, вот это уже можно затягивать. Да, тут самое главное, следите, чтобы нитка никуда ни за что не зацепилась. Вот таким образом. Одну часть крестика мы и так делаем до конца. Значит, смотрите, я работаю нитку в 2 сложения. Чем это хорошо? На нитке образуется вот такая вот, я ее называю, волшебная петля. Сейчас мы ее найдем. Она в ходе работы, конечно, немножко запутывается. Вот. И вот эта волшебная петелька, она позволяет один раз нарастить низ, нитку без всяких узлов. Ну что, вы все равно на целое изделие же нитку не сделаете, всегда все равно придется ее наращивать. Вот как я это делаю. А все, я поняла. Как я это делаю? Все, вспомнил, Наня. Ну, сейчас я немножко наращу. Значит, я в иголку вставляю нитку в 2 раза. Вдвое. У меня иголка хорошая, с большим ушком. Сейчас такие не производят уже. Вот они, если что. Но сейчас их сняли с производства. На новый. Иголки есть петля, и на старой есть петля. Что я делаю? Сюда я в старую петлю прохожу. И вот в эту петельку на новой нитке затягиваю. Все. Все. И мы нарастили нитку без узла фактически. Никаких ниток, ни хвостов у нас ничего нет. Но так можно сделать только единожды. Когда вот небольшое изделие, и если в начале плетения вы обрезанный конец оставляете в длинном, а петельку впускаете в работу. А вот если закончилась нитка, но петли нет, как связать 2 нитки? Сейчас. Вот, допустим, у нас закончилась нитка, сейчас Ирина вот на этом краешке посмотрит. Пожалуйста. И у нас с этой стороны вот обрезанный край. Значит, вставляем в иголку нитку вдвое. Ну, я так делаю, в всяком случае. Длинная вот у нас рабочая, скажем, петля. Что я делаю? Я вставляю вот этот обрезанный край в петлю. Здесь нужно оставить примерно сантиметров 10, когда у вас нитка кончается, и просто ее завязываю. Вот таким образом. И дальше продолжаю работать. Угу. Она прячется. То есть она запрятывается в изделии, и даже если узелочек ослабевает, он уже из изделия, эта нитка, не вылезет. Но если вот что-то там останется, какой-то потом хвостик, просто его отрезать. В изделии уже, просто отрезать. Но само вот этот узелок вот таким образом. Поэтому я люблю работать с двойной ниткой. Девочки, если вы мононитью плетете, у меня на канале есть видео, как связать 2 нитки крепким рыболовным узлом. Ну, то есть есть варианты, поэтому смотрите, какой вам больше всего подходит, такой используйте. Так, итак, мы дошли до конца. И теперь будем крестик возвращать, то есть вторую половинку. Что для этого делаем? Набираем 3 бисерины. Почему вот набранная бисеринка, она как бы будет маяком у нас. Проходим через среднюю. Какая, Галя, ты хитрая. Снизу вверх или сверху вниз? Не, вообще не имеет значения. Вот то, что в серединке сделали одну цветную, легко находить рисунок. Да, еще находить серединку. И затем еще раз 3 бисеринки
И опять через центр, так же, как мы поступали до этого. Вот. И вот крестик у нас получается, вот эта расшивка верхняя завершена. Угу. У меня усложнилась работа. Вот. И считать надо. И опять набираем 3, проходим через центр. Я вообще на руке всегда работаю, я вот на столе. Ну да, для видео не совсем удобно. Угу. Чтобы зрителям было хорошо видно, мастеру не очень удобно. Поэтому, девочки, у вас это все ловчей будет получаться. Вот у вас бисер одного цвета, а поэтому вам сложнее серединку. Сейчас да, считать. Вот именно я себе нужно усложнила считать. Работу. Угу. И таким образом доходим до конца, и это уже будет расшивка завершена. И будем крепить замочек. Ну, в смысле, крепление сделать для замочка. Вот готово. Так, к завершению уже подходит браслетик. Сейчас мы будем крепить застежки. Одному. Значит, сейчас нам нужно прикрепить к каждому концу браслета двойное колечко. Почему двойное кольцо? Значит, там, где кольцо будет соприкасаться только с ниткой, я не советую ставить одинарное, потому что все это выскользнет. Для этого просто вот набираю 8 бисерин. Так, надеваю колечко сюда. И просто пришиваю. Ну, прошиваю через последнюю бусинку. Вот. Ну, колечко мы не затрагиваем, да? Колечко просто одели. Оделся. Ну, чтобы оно... И прохожу 2-3 раза именно вот по этим бисеринкам и через бусину. Столько раз, сколько позволит бисер. Ну, для прочности. Видно. Просто для прочности. Раз-два, наверное, больше, наверное, не получится. Ну, я здесь удобнее, например, вот по изнанке даже лучше. Что я делаю? И в этом изделии вообще. Нитку я обрезаю через 3 узла. То есть прошла на какое-то расстояние, ну, по готовому изделию, допустим. Вот по бусинам здесь позволяют бусины. Завязываю узелочек на этой же нитке, по которой я хожу. Просто. Вот. Ага. Захватила и узел завязала. И так 3 раза. Ну, для, просто для прочности. Галя, ты сколько прошлась по бусинкам, по этим бисеринкам? Ну, 3 раза пройдите, сколько позволит. Еще опять прошла некоторое расстояние, завязала узелок. Вот. Ну, все. И когда 3 раза прошла, 3 узелка завязала, просто обрезаю нитку. Все. Вот мы с одной стороны колечко сделали. С этой стороны, когда мы начинали, мы оставляем в начале вязания, оставляем где-то 20, примерно 20 сантиметров. Теперь эту нитку вставляем в иголку и повторяем ту же самую операцию. 8 бисеринок набрали, кольцо надели, прошили несколько раз и иголку, и нитку спрятали в изделие. И таким образом вот у нас будет с двух сторон на браслете 2 колечка, к которому мы уже и будем крепить замок. Сам замочек крепится на одинарное кольцо, потому что здесь будет работать металл-металл. Значит, этот металл и этот металл, и здесь спокойно можно одинарным кольцом. Одеваем сюда, одеваем на него замочек. Замочек и кольцо просто закрываем до ровного состояния. Вот. С обратной стороны, колечко, которое с обратной стороны, можно прикрепить одинарное колечко чуть покрупнее. Вот. И тогда вот замочек, как бы, ну, замочек, на который будет застегиваться само кольцо, одинарное. Мы же здесь начинали у Ирины, у этой мамы Ирины, у самой Ирины. Здесь тоже был социальный такой проект, когда собирали бабушек после 80 и около 80. Вот, я еще, по-моему, даже не пенсионерка была, я к вам пришла. И 3 года, наверное, да, назад. 2 мы ходили здесь, а потом все. Да. Это у нас Наташа, вот тоже оренбургская мастерица, делает вот такие браслетики.
там. Вау, какая красота! Я тоже когда-то пробовала плести из бисера. У меня есть один мастер-класс по изготовлению бисерного яйца. Кстати, много просмотров там. Вот, нужно такие уроки снимать. Девочки, кто недавно на мой канал подписался, я вам ссылочку оставлю. Похожее вот такое яйцо. У меня только одна работа. Я не подсела на это дело. Я вышивальный маньяк. Но мне очень нравится бисероплетение. Это нитками? Это нитки, да. Это челнок. Фриволите. Это вручную или на машинке? Конечно. Ничего себе, девочки. Я первый раз вижу такую красоту. Это какие? Крестиком, что ли, да? Нет, нет. На иголке. Это... На иголке которая. Анкарс, который как фриволите анкарс. Ничего себе. Ой, какая красота вот с бисером, когда вот делают украшения. Девочки, как это нежно. Такое легкое все невесомое. А это что за нитки? Специальные какие-то или обычные вот эти 50-е номер? Нет, нитки? Это... Я сейчас не помню. Это тонкий рис, что ли. Ага. Это было давно. Боже, как это ровно, как красиво. Да, наверное, 50-ка, там что-то такое. Так мелко. Вернитесь с использованием вот бисер. Знаете, какие красивые изделия вообще. Я никак вот, я тоже смотрю на нее так. А вы мастер-классы проводите? Никогда не проводил. Нужно. Все сама. Сейчас зрители если, будут просить, скажут, если нужно. Если захотят, то, конечно, можно. Ну, это крючок. Это крючком? Угу. Здорово. Вот надо доделать. Да? С челноком, анкарс. Можно на иголке фриволите, можно челноком. Ну, потому, можно двумя челноками. В интернете, в принципе, вот можно цветной, можно. Девочки, если будет запрос, оренбургские рукодельницы, кто захочет научиться, вот макраме, фриволите, то с удовольствием мы для вас организуем бесплатный мастер-класс. Можно для детей. Но, наверное, младшего возраста не освоит, да? С какого возраста уже вот можно? Смотря на что. Ну, фриволите. Дети, кстати, uh-huh. и они быстрее обучаются, uh-huh. быстрее соображают, чем даже взрослые. И у них руки настолько, они вот все мелкие работы могут выполнить. Я думаю, что... Uh-huh. Девочки, в галерее куклы есть телефон. Я вам оставлю все ссылки на галерею. Телефон, если будут желающие в Оренбурге, звоните, мы с удовольствием для вас организуем. Я сниму видео для YouTube. Пообщаемся с вами в творческой, дружной обстановке. Вот такая, девочки, у нас получилась красота. Если вам нравятся такие видео, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. Напоминаю, ссылочку на канал мастера оставляю под видео. Всем пока-пока!